Нихао, ребята, две посылочки на распаковке. Одна посылка мне доехала за 63 дня. Вторая посылка мне доехала за 40 дней. Цена этой посылки 2,80. Цена этой посылочки $17. Все ссылки под видео в описании. Ну и давайте начнем с самой дешевой посылки. А потом расскажу про эту посылку, которая ехала 63 дня. Все, в посылке пусто. Итак, ребята, а здесь находятся вот такие вот женские сережки трех разных цветов, да, трех разных расцветок. Я такие уже покупал, распаковывал когда-то на канале. И они, кстати, хорошего качества. Цена одной там пары была в районе 80 центов. Вот такого вот плана. Вот здесь вот три штучки фиолетового цвета. Потом просто вот такого вот белого цвета, белый камушек. А здесь вот такого вот розового цвета. Сегодняшняя посылочка, которая мне доехала за 63 дня. Она с Китая в Украину приехала за 30 дней. Затем проходила растаможку в Одессе 4 дня. С Одессы доправили в Киев. И в Киеве она провалялась там около 25 дней. Я уже писал жалобу, звонил на Укрпочту. Они говорили, что нужно ждать, ждать, потому что завал посылок. Но в то время мне приезжали другие товары. Эта посылка просто зависла. Я уже продлевал время доставки, чтобы не открывать спор. Посылочка наконец-таки доехала. $17. И здесь, ребята, интересный товар. Первый товар в комплекте — это идет такая вот штора, занавеска в ванную комнату. То есть эти все товары заказывали для ванной. Сейчас я прикреплю фотографию, как этот товар будет смотреться в ванной. То есть идет штора, это первый лот. Второй лот — идет коврик под унитаз. Третий лот — идет коврик для ванной. И четвертый товар — это защитный чехол на крышку от унитаза. Я заказывал два комплекта. Один комплект за $17, второй комплект за $19. Его еще нету в Украине, поэтому ожидаем следующий комплект. Цена дешевая, потому что в Украине такой товар стоит намного дороже. Смотрите по качеству. Швы, в принципе, хорошие. Ну, в принципе, посмотрим, как он покажет себя в эксплуатации. Поэтому, ребят, ссылки все под видео в описании. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых видеороликов. А сегодня была распаковка двух посылок, которые ехали больше 60 дней. Всем хорошего настроения, до новых встреч!